13 июля состоялась защита дорожной карты юридического факультета Казанского федерального университета. Основным направлением развития факультета видят вхождение в предметный рейтинг УЭС, поэтому они ставят перед собой задачу разработать перспективные образовательные программы, усилить взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами и в том числе увеличить количество публикаций и цитируемых статей. Образовательная составляющая является одной из сильных сторон юридического факультета, и на сегодняшний день на юридическом факультете существуют не только магистерские программы по востребованным направлениям подготовки, не только совместные образовательные программы, но и англоязычные образовательные программы, а также недавно наряду с другими 5 структурными подразделениями мы получили сертификат международной аккредитации, которая прошла программа по международной защите прав человека. За последние несколько лет юридический факультет значительно увеличил количество публикаций, опубликованных в престижных научных журналах. Начиная с 4 статей, и сегодня, продвигаясь, увеличивая этот показатель до 50, связано это не только с тем, что преподаватели юридического факультета активизировались в плане написания статей и исследований в междисциплинарных областях, но это еще и связано с тем, что создана служба поддержки публикационной активности. Юридический факультет нацелен на решение правовых вопросов стран Европы, когда большая часть российских вузов старается решать вопросы с законодательством стран СОШ и БРИКС. Деятельность юридических факультетов или институтов других вузов России, то многие очень сильно работают в плане правовых вопросов работы БРИКС. Уральский университет, например, я знаю, они целиком там во всю законодательную базу влезли и все делают для БРИКСа, а мы почему-то все в Европу смотрим. Вот. Европе мы, наверное, не очень так интересны, нужны. Потом по населению Европа, она не такая большая. Основным показателем является то, что большое количество абитуриентов выбирает юридическую школу Казанского федерального университета. Сомнение, что юридическая наука, она имеет свою специфику. И очень важно, то есть я вот правда, я ведь еще из рожденных в Советском Союзе, и вот всегда юридическая школа, я не знаю, вот все наши выдающиеся выпускники, которые достигли наибольших высот вот в госуправлении, они закончили юрфак. Это означает, что модель подготовки специалиста у вас конкурентоспособна. Роль юридического факультета для Казанского федерального трудно переоценить. В свое время здесь учились самые выдающиеся люди. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.